Коллеги, всем привет! С вами Лариса Ильина, и сегодня я хочу с вами поделиться новостями компании. Ну, во-первых, уже завтра пройдет у нас мероприятие, и, в принципе, я посмотрела, у нас есть еще места, поэтому я вас приглашаю. И сейчас немножко подробнее расскажу про то, что это за формат и как он проходит. Ну, конечно же, во-первых, он проходит в центральном офисе компании в Москве, в районе станции метро Калужка, в шикарнейшем бизнес-центре. Как добраться, мы всегда при регистрации обязательно отправляем такую информацию. И как это происходит? Ну, во-первых, у нас появляется возможность познакомиться с вами. Мы рассказываем о себе, вы рассказываете о себе в ходе голосований, задаете разные вопросы, и у нас появляется возможность, ну, во-первых, живого общения, когда мы можем друг другу сказать что-то приятное, пожелание. И вот в данном случае я вот показываю, что у нас еще обязательно происходит вручение дипломов государственного образца нашим ученикам. Как правило, ну, достаточно серьезно набирается группа, и вот смотрите, какие мастер-классы мы для вас подготовили. Наташа Чечнева поделится своими наработками, и у нее тема «Трендовые весенние дизайны 2023 года». Наташа вообще потрясающе рисует, и в том числе она делится разными фишками. Можно ей задавать вопросы и по композиции, по тому, какие продукты она применяет. Ну и, конечно, очень много полезного подсмотреть. Тем более, что лучшее лекарство от профвыгорания – это узнавать что-то новое и посещать, конечно же, вот такие форматы, которые могут вас спасти от вот этого ужасного профвыгорания. Юля Жаркова, она не просто расскажет про цветные базы в экспресс-дизайне, но также поделится с вами секретиками скорости. У нее есть потрясающий курс «Форсаж», и на данном мероприятии без секретов она вам полностью расскажет основные фишки при работе, какие вы можете использовать, ну и в том числе покажет, как можно интегрировать продукцию для того, чтобы ускорить целые процессы. Я вам расскажу о новых возможностях с ультражесткими базами, конечно, покажу наши новинки. Кто не в курсе, у нас вышло целых 4 новых цвета, 2 красных, перламутровый и очень красивый оттенок с паталью. Конечно же, это будет на модели, я очень подробно расскажу, что и как делается. Ну и в том числе у вас появятся вопросы, появится возможность задать вопросы не только мне, но и также нашим коллегам. И всегда в рамках таких мероприятий у нас обязательно происходит какая-то интересная программа, акционная политика, поэтому обязательно приходите, потому что можно что-то приобрести либо со скидочками, либо поучаствовать в очень интересной программе, в рамках которой вам действительно будет что-то полезно приобрести. Ну и, конечно, мы не оставим никаких секретов, ответим на все вопросы. Это главная особенность наших встреч и нашего мероприятия. Для того, чтобы зарегистрироваться, вы, например, под этим эфиром внизу можете написать «хочу», и я вам отправлю активную ссылочку в директ, либо вы можете самостоятельно зайти на сайт компании и зарегистрироваться там. Для чего это необходимо? Ну, во-первых, мы в какой-то момент тогда точно понимаем, какое количество участников придет. Обязательно прописываем пропуски и сертификаты участников, поэтому нам обязательно нужна такая информация, и, в принципе, на сайте зарегистрироваться достаточно просто. Ну, здесь тоже видео показываю. Ну, посмотрите, какие прикольные варианты были выполнены на прошлых днях открытых дверей, когда в рамках живой работы есть возможность показать то, что всегда остается за кадром, и рассказать о каких-то секретиках того, как можно использовать продукт, как можно сократить, улучшить, ускорить, сделать более опрятным. Конечно, в этом смысле я считаю, что такие встречи невероятно полезны. Итак, друзья, завтра в 11 часов мы уже стартуем, и для тех, кто хочет самостоятельно зарегистрироваться, я подготовила вот такое видео. Итак, вам просто нужно войти в раздел «Обучение», выбрать расписание курса. Здесь есть вкладка «Мероприятие», вы входите в нее и нажимаете на кнопку «Записаться». Таким образом, вы попадаете в директорию, где четко прописано, что вас ждет, во сколько и как. И дальше, нажимая кнопку «Записаться», вы уже переходите в раздел, где вы оставляете свои данные. Так что, друзья, это сделать очень просто. Ну и кто не разобрался, просто пишите мне «хочу», и я отправлю вам ссылочку в директ. Активная ссылка находится в шапке моего профиля. Вы нажимаете на нее и переходите в раздел «Каталог». Там можете вы записаться. Ну что, я всем желаю отличной продуктивной рабочей недели. Это новости нашей компании. До скорых встреч. Пока-пока.